Привет, ребята, с вами снова, как всегда, Зэк и я. И сегодня я думала, чем бы нам таким с вами заняться. И решила показать вам свою весеннюю коллекцию. Да, весна в разгаре. Давайте смотреть, что у нас с вами за это время получилось. Начинаем. А начнем, пожалуй, с вот такого очаровательного малыша. Это Yellow Mars. Или желтый Марс. У меня он получился слегка салатовым, потому что желтого пластилина на тот момент под рукой не оказалось. Но тем не менее, он очень примилый получился. А дальше у нас сам Тимон. Тимон из мультфильма «Король Лев». Лучший друг Пумбы. Возможно, однажды мы с вами сделаем самого Пумбу. В общем, надо дождаться. Так, а это синий здоровяк, мистер Пушистик или мистер Флаффи. Он вот такой вот весь когтистый, зубастый, глазастый. И у него тут на брюшке замечательное сердечко. Это все Garden of Bonbon. И вот этот вот желтый Марс и мистер Флаффи. Кроме Тимона, конечно. Так, и еще один персонаж из Garden of Bonbon. Это вот такой вот. Можно было бы сказать, что это цилиндр. Как называется персонаж в игре, я, к сожалению, забыла. Вот такой вот он интересный. Так, чтобы он весь попал в кадр. И вот так сделаем. Ну, красота. Так, и последний на сегодняшний день поделка. Это Куроми. Такой вот японский кролик. Вот такие вот необычные уши. И хвост такой, как у чертика.